Семена петунии грандифлора Дэдди Пепперминт, Дэдди Пепперминт, порадуют обильным, очень красивым цветением примерно через 8 недель после посева в почву. Хорошо растут в плодородном открытом грунте, придавая клумбам яркости, а также в горшках или подвесных кашпо на балконах. Зацветают очень рано, в июне, радуя взгляд до октября. Бутоны крупные, примерно 7-9 см в диаметре, характерной формы граммофончики, нежного розового оттенка с эффектными, яркими красными прожилками. Цветок декоративен все лето. Он буквально усыпан огромными бутонами, привлекающими внимание. Петуния грандифлора Дэдди Пепперминт – это однолетнее растение высотой 30 см. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок и может достигать до 10 см в диаметре. Петуния прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания петунии прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает петуния грандифлора Дэдди Пепперминт в месяц июль, май, июнь, август, сентябрь, октябрь. Цветок окрашен в белый, розовый цвет. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.